Михаил Юрченко, основатель и руководитель игровой студии 4iWeb. Встречаем! Привет! Сейчас пока включу презентацию, расскажу немножко о нас. Меня зовут Михаил Юрченко, и я сооснователь и руководитель компании 4iLab. Мы занимаемся разработкой игр с 2011 года. Начинали с мобильных игр, потом были у нас социальные игры в социальных сетях, браузерные игры. Потом делали игры для Steam, для PC-версии. И сейчас занимаемся играми для виртуальной реальности. Ну, сначала вообще расскажу по теме, по своей. Почему я так назвал? Потому что создание игр — это, в принципе, действительно новый вид искусства. Потому что мы... Что? Так, как эта штука нажимается? Куда нажимаем? О, игра. Ну, немножко теории будет, но игра была всегда. И люди играли с пещерного времени, это ацтеки, между прочим, старые игры, древние. И с появлением технологий действительно сразу же игру перенесли в компьютеры, в мобильные телефоны, после этого она перешла. Сейчас создание видеоигр, назовем их, в общем, таким словом, является одним из самых прибыльных в мире вещей, которых можно назвать искусством. Они уже перегоняют по своим доходам кинематограф, музыку и все остальное, что мы знаем. Из чего состоит видеоигра, компьютерная, там, мобильная? Она состоит из сценария, программного кода, программисты собирают это все дело, скетчи, модели, персонажи, окружение, анимации этого всего, этой всей красоты, UI и UX дизайна, это user experience, чтобы пользователю было удобно, и он понимал, что он вообще делает. И, естественно, звуки, чтобы больше и глубже погружать в игру пользователя, игрока. Звонят все. Ну, даже на примере этой картинки мы видим, что бабушка шьет этот сценарий, программный код, потому что она это делает на компьютере. Бабушка хорошо заанимирована, скорее всего. Все понятно, потому что вон у нее там есть ХП где-то, и реально звуки, ну, мы их не слышим, скорее всего, там нет. Кто создает игры? Сейчас вот мы подходим ближе к тому, в моем выступлении. Кто все эти люди, которые зарабатывают, наверное, до хрена денег, и вообще создают всю эту красоту? Ну, во-первых, это геймдизайнеры. В геймдизайнерах я расскажу немножко позже, и вы поймете почему. Следующее — это программисты. В рамках сегодня, темы сегодняшнего дня, данного мероприятия, я скажу, что, скорее всего, среди вас здесь программистов немного. Если вы программист, то вы уже в IT, поэтому продолжу дальше. Художники. А если вы хорошо рисуете, моделите, или у вас есть хотя бы вкус, то, пожалуйста, приходите, например, к Дмитрию Дрынову в IT-академию, и там, и вас научат пользоваться ZBrush'ем, ну, всеми этими классными штуками, которые делают красоту. Аниматоры, моделлеры — это все те же артисты. Звуковики тоже. Если вы играете на инструментах или, окей, вы там знаете программы по написанию музыки, то вы сможете, скорее всего, и озвучить игру. Ну, игру озвучить — это не то, что написать там музыку к ней, да, саундтрек какой-то, а озвучить каждое движение, озвучить каждое нажатие кнопки. Это тоже к этому нужно учиться.
тестировщики. Вот для вас, для многих, наверное, вообще очень шикарная вещь. Ну, или, скажем так, для людей, которые хотят войти, но ничего не умеют. Но любят играть. И, знаете, кажется, вот тестировщик, пойду тестировщиком в компанию, которая делает игры. Буду целый день играть. Да, действительно, будете целый день играть. Но вы будете играть в одну и ту же игру, проходить одни и те же уровни, получать одни и те же баги, и вам это будет надоедать. Но это уже будет ваша работа. Поэтому, приходя домой, вы вряд ли будете включать игру и также будете их любить. Ну, не знаю. Маркетологи. Маркетологи — это люди, которые изучают рынок и которые понимают, чего на рынке не хватает, или, например, что выстреливает. Или вот девушка задавала вопрос про Angry Birds. Успех Angry Birds был в основном обусловлен как раз-таки маркетологами, которые поняли, что вот так вот нужно сейчас это обернуть и выпустить на рынок, потратить столько-то на маркетинг. Но это большая очень тема про маркетологов в IT, непосредственно в игроделывании, в геймдеве. Поэтому продолжим дальше. Менеджеры. Менеджеры — люди, которые вот на самом деле умеют по чуть-чуть из этого всего, но ни хрена не умеют в принципе. Вот я менеджер. Вот не могу, я не программист, я не художник, у меня слон на ухо наступил, или медведь, как говорится, да, то есть я звуки там тоже не совсем понимаю, какой нужно сюда вставить. Но моя основная, без меня вот этих людей не собралось, без менеджера, поэтому если вы чувствуете, вы можете сплотить команду, если вы можете, чувствуете рынок, если вы, за вами идут люди, попробуйте себя в менеджера. И не обязательно иметь какой-то огромный опыт. Если вы легко заводите знакомства в новых компаниях, то точно так же вы бросите клич в Фейсбуке или где-то еще и скажете: пацаны, там, девчонки, я делаю новую игру, кто со мной? Мы вообще там стартап, нам по 15 лет, но погнали. И если вы так напишите, может, к вам кто-то придет и вы начнете делать игры. Но теперь вернемся в самое начало и поговорим про геймдизайн. Кто такие геймдизайнеры? Почему их вынес отдельно? Геймдизайнеры — это четкие пацаны. Почему четкие пацаны? Ну, может, и девчонки тоже. Потому что четкого определения, кто такой геймдизайнер, нет. Все говорят, и я подтверждаю, что геймдизайнеров на рынке практически нет. Точнее, нет тех, которых хотят видеть в компании. Потому что каждая компания наделяет геймдизайнера своими требованиями, своими знаниями, то есть своими, да, требованиями к человеку и к его скиллам. И мой посыл такой, что геймдизайнером в принципе может стать каждый. Но надо учиться и надо играть, надо развиваться в том, что ты играешь и ты разбираешь эту игру. Но продолжу дальше про геймдизайнеров. Почему четкого определения нет? Потому что геймдизайнеров до хрена разных. По классификации Лёни Сиротина это вот столько геймдизайнеров, да? Вот есть геймдизайнер-художник. Это чувак, который классно рисует. Он, например, там делает арты офигенные, и он говорит: я придумал игру, я знаю, что это будут орки на велосипедах. Вот такое вот у меня видение. И он нарисует. Но тема может быть не раскрыта, потому что он только нарисовал это. Геймдизайнер-писатель. Это чувак, который придумывает офигенные миры. Он прям поглощается туда, он там придумывает офигенные всем названия. Там, ну, в нашем случае тоже там, в нашей игре у нас Ахрос, там против кого-то играли, против война произошла, там они за что-то борются. Это все писатели. Такой тоже нужен геймдизайнер. Ролевик-настольщик. Это, они немножко уже уходят в прошлое. Это люди, которые играли в настолки. Играют в настолки, которым достаточно вот видеть фигурку, и они уже представляют себя этим волшебником, паладином, там, и придумывают дальше ходы, расставляют подземелья. ГД-программист. ГД-программист хороший очень
навык для геймдизайнера иметь программировать, потому что то, что он придумал, не смогут поломать другие программисты, потому что он может подойти и сказать: «Эй, чувак, я не хотел, не это совсем имел в виду». GTA-игрок очень хорошее свойство для геймдизайнера — это играть. Он должен, те геймдизайнеры, которые приходят из игроков, они уже где-то наигрались, и они уже чувствуют, что чего-то не хватает. Не хватает рынку, не хватает им, а значит рынку. То есть они могут дать что-то новое. Геймдизайнер-админ. Ну, это просто ему дают что-то, он это вставляет, грубо говоря, копипастит с одного места в другое место. Это нужно, но на больших проектах. Балансировщик. Очень сложный вид геймдизайнеров. Баланс — это то, без чего не обходится ни одна игра. Поверьте мне, вообще ни одна игра. Даже какой-нибудь там Flappy Bird, у него тоже есть свой баланс. И балансировщиком сложно стать, потому что в основном это нужно иметь математический склад ума, чтобы развивать эти все базы, чтобы ты там прокачивался равномерно, точнее как не равномерно, а ступенчато, ну там свои глубина обознания. Сценарист, естественно, он пишет сценарий, он немножко похож на писателя, но более приземленный, он пишет по квестам, что нужно, где, куда идти. И геймдизайнер PM, проект-менеджер. Ну, например, я могу быть геймдизайнером PM, потому что я могу прийти и сказать своему геймдизайнеру или художнику: нет, мне надо по-другому, у нашего дракона должны быть там перья еще где-нибудь почему-то. Ну, и они это будут делать, и я могу сказать, что я тоже типа геймдизайнер. Так, про геймдизайн поговорили, про геймдизайнеров. О, любимая тема. А сейчас я расскажу, что вы сейчас можете стать теми специалистами, которых еще нет. Я специалист виртуальной реальности, по виртуальной реальности, потому что я этим занимаюсь 3 месяца. Если вам кто-то говорит, что он специалист, и у него там большой опыт, не верьте, таких людей практически нет. Ну, если только вот этот чувак вам не скажет, что он специалист, ему можно, наверное, поверить. Виртуальная реальность, почему я хотел все-таки сказать про это, потому что это тот рынок, который сейчас только зарождается. Он находится на огромнейшем подъеме, куда вкладывают сейчас большие средства в производство девайсов. Вот эти девайсы вышли только в этом году. До этого в продаже не было вообще устройств виртуальной реальности. То, что там у нас где-то в торговых центрах стоят, это DevKit, это Developer Kits, это значит устройства, которые рассылались производителям игр и контента. Вот эта штука с PlayStation вышла вообще только позавчера, появилась в продаже. То есть рынок растет очень-очень большими темпами, и по прогнозу 2025 году компании Guardian и компании Golden Sachs вот так будут выглядеть доходы. Эти циферки — это миллиард долларов прибыли в год. И заметьте интересную особенность, что видеоигры занимают колоссальное просто кусок от этого пирога. То есть по оценкам этих статистических агентств, именно через Game Dev, именно через игры виртуальная реальность придет в дом каждого, потому что это сравнивают с тем, как 20 лет назад появились компьютеры. Тогда говорили, зачем они нам нужны. У меня есть на работе, например, один. И этого хватает нашему всему отделу там, или нашему всему дому. То это сравнивают то, что сейчас есть виртуальная реальность, сравнивая с появлением мобильных телефонов. Все говорили, нафиг мне это нужно. Потом со смартфонами, там, ну, именно с технической революцией. И сейчас
Виртуальная реальность – это ваш шанс получить опыт и стать специалистом на самой стадии посевной, на самой стадии развития технологий. Количество игроков в виртуальной реальности к 2025 году именно игроков будет равно в мире 216 миллионов. Это больше, чем сейчас даже зарегистрировано в Steam людей, игроков. Ну и доходы, конечно же, там будут колоссальные. Так вот, почему виртуальная реальность? Потому что, точнее, почему каждый из вас может стать там специалистом? Я не говорю, мы уже определили, что среди вас мало программистов и художников. Но каждый из вас может себя представить в виртуальном мире. И это то, что нужно. Потому что сейчас то, что выходит, это просто люди придумали что-то. Вот они увидели это, они захотели, чтобы вот так вот рукой махнул, у него там вылезли когти, как у Росомахи. И он так, мы так сделали у себя в офисе. У нас там берешь так джойстиком от Valve, кинул, и у тебя крюки вылезли. Ты ходишь такой там, монстров этих мочишь. Очень круто. Так вот, сейчас можно придумать еще, успеть, для чего нужна будет виртуальная реальность. Не только в играх. Я показывал на предыдущем слайде, что применения очень много. И это все IT. Понимаете? Когда мы даже говорим про продажу товаров и услуг, там, про прямые трансляции. Это, ну, как бы около IT, как и геймдев, то есть с частью IT, но все-таки большой кусок. Я вернул этот слайд, он мне очень нравится. И каждый из вас может просто дать идею такую, которая перевернет мир, которая сейчас уже может, вы можете придумать новые пространства, новые там, я не знаю, новые способы взаимодействия, новый Facebook может появиться в виртуальной реальности. Новости с полей виртуальной реальности появляются каждый день. Вчера, например, было анонсировано новое устройство, которое позволяет уже без проводов от компании Atari, которые позволяют коннектиться 10 человеком вместе сразу и играть на большом пространстве вместе. Появляются новые устройства взаимодействия с предметами, то есть уже тактильные ощущения появляются. Есть стартапы по передаче виртуальной реальности запахов. Ну, это, конечно, такой странный стартап, я не знаю зачем, но тем не менее погружение уже может происходить просто огромно. И в завершении, все-таки я буду уже завершать чуть-чуть. Спасибо за внимание. Я отвечу на все, ну, точнее, отвечу на ваши вопросы, что касается игр, что касается виртуальной реальности. Давайте. Друзья, да, готовы слушать ваши вопросы. Сейчас по очереди. Рад, что их так много. Имея идею, как ее реализовать, не имея денег? Классно. Сначала нужно ее оформить. Оформить не в своей голове, а где-то. В виде презентации, в виде просто записки на салфетке. И показать нужному человеку. А это кто нужен? Нужный человек, смотря какая идея. Если вам нужны деньги, то это инвестор. Если вам нужны очки, то нужно владелец очков. Но обычно владелец очков, он не программист. Соответственно, нужна команда, у которых есть очки, у которых могут это все дальше сделать. Сначала нужно написать свою идею, сказать, определиться, для чего она нужна, почему она выстрелит и что вы за нее хотите. Вот так. А как же сохранение права интеллектуальной собственности? Я же сказал, ты говоришь о том... Окей, есть такое понятие, идеи не стоят ничего. Реализация стоит доллар, продажа стоит 10 долларов или 100 долларов, там я не помню последнюю цифру. Смысл в том, что очень многие вот как раз-таки молодые люди
девушки. И я так в самом начале, когда начинал, идею. Мне в идее очень классная идея. Я их никому не расскажу, потому что их украдут, сделают быстренько, и все. Я окажусь в пролете. Нифига, ваша идея ничего не стоит, пока ее не реализовали. А потом, когда ее реализовали, ее еще и продать нужно. Ну, смысл моего посыла в том, что не бойтесь озвучивать свои идеи. Никто ее не украдет. Она не нужна никому, потому что двигателем этой идеи, ее прогрессом является ее создатель. Всего лишь так. Здравствуйте. Спасибо вам за доклад. У меня к вам такой вопрос есть. Ваша студия разработала и выпустила в Steam 1 февраля, по-моему. Вы знаете все, да? Но те, кто знает, вообще... Да, все верно, 1 февраля. Да, да. Вот. И у нас, ну, в свое время тоже был такой стартап, все начиналось со стартапа, проект от Wargaming World of Tanks. И по сути, ну, ваше это MMO-шутер, правильно? Да. И, ну, по сути, концепция в целом похожа. Да. Вот. И тогда я не пытаюсь никого унизить, просто вопрос от вас, хочу узнать ответ. Почему не взлетело? Не взлетело, все верно, и мы сейчас игрой вообще не занимаемся уже. Да, да, все правильно, да. И, ну, соответственно, я думаю, вы поняли вопрос. Почему не взлетело? По сравнению. Ну, а, с Wargaming-ом почему не взлетело? По сравнению с Wargaming-ом. По Wargaming-ом почему не взлетело? О, круто. Вы знаете, сколько... Да, спасибо, классный вопрос. Наша команда — это 7 человек. Wargaming, когда выпускал танки, их уже было больше 100. Они потратили, у них, это я просто именно предысторию рассказываю. До создания танков у Wargaming был опыт создания игр более 7 лет. Во-первых, и во-вторых, они продали одну технологию, не игровую, за что сделали дальше танки, что им позволило купить движок, на котором они сделали танки. Ответ в том, что опыт и... чувствование, опыт именно в чувствовании рынка. Они сделали то, они сделали фактически первую фри-то-плейную игру. Когда они сделали World of Tanks в самом начале, они пошли по издательствам показывать ее как на диске, как продавать. Они, ну, там говорили в танки, ну, кто будет играть в танки, зачем они нужны? Они тогда, окей, мы выпускаем ее сами. И они бесплатно закинули просто на сервера. Она до сих пор ее нету, в Стиме нету, там ни в каких магазинах, они ее стендалон продают, то есть через свои сервера, через свои сайты. Что касается Time of Dragons, нашей игры, мы ее сделали, мы сделали свой концепт, мы его не допилили, это факт, мы его не добалансили. Мы сделали кучу контента, мы его выложили все вместе, и с геймдизайнерской стороны, о чем вот я немножко упомянул, у нас было классно все, у нас хороший мир, у нас хорошая идея. Ну, скажу, что это за игра, это мультиплеерный шутер, где ты летаешь на драконе, и у дракона есть лазерные пушки, ты еще стреляешь в других драконов, ну, в общем, просто такая вот идеи зацепить каким-то образом игроков. И да, у нас до сих пор есть там фанаты, какие-то даже создаются, точнее, они встречаются там где-то, эти фанаты, группы, паблики у них есть, но мы игрой не занимаемся, потому что, во-первых, увидели, что аудитория небольшая, аудитория не платящая, сейчас мы занимаемся VR. Мы не можем разорваться на все. VR — это просто сейчас тренд, это очень нужно всем, и мы успеваем войти на этот рынок в начале. Вот поэтому я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Еще вопросы? Да, здравствуйте. Хотелось бы подробнее узнать про UI-дизайнеров, UX-дизайнеров. Расскажите, какими ключевыми навыками должны обладать данные люди и какими они в своей работе пользуются приложениями, в чем заключается их работа, собственно.
Ну, как бы поверхностно понятно, но что-нибудь подробнее расскажите, пожалуйста. Не знаю точно, как вам сказать, какими навыками они обладают, но мне кажется, что это человек, который хочет все организовать вокруг себя. Он организует, он правильно положит ручку на столе и еще чего-то. Смысл в UX-дизайне в том, чтобы сделать как можно проще пользователю нажать какую-то кнопку или войти, или воспользоваться какой-то функцией в вашем приложении или в вашей игре. То есть чтобы он не задавался вопрос, ё-моё, что мне дальше делать, или куда мне надо найти, нажать, чтобы выйти, или там еще какой-то, ну если у вас там не квест, конечно, какой-то. Какими они пользуются приложениями? Стикерами. Вот я видел классных, я знаю, что UX-дизайнер лид в Wargaming, именно на Blitz, я точно знаю, что она пользуется стикерами, девушка. Она пишет на стикерах все кнопки, например, которые нужно разместить на экране, размещает их у себя на столе и каждый день их перекладывает, пересовывает, перетусовывает. Естественно, потом она там где-то их обрисовывает, что интересное получилось в графических редакторах. Там не нужно знать какие-то там 3D Max или еще что-то, обычно Paint хватит. Всего лишь тебе нужно разместить кнопки таким образом, и вот эту вот иерархию кнопок, да, то есть нажал одну, за ней вторая, на этой нажал следующее, чтобы было понятно людям. То есть всего лишь нужно делать все просто. Вот чем проще будет, тем лучше. Вот это так. Эргономика, да, все верно. И, ну и психология, да, куда он. Цвет действительно, ну, я да, совсем не забыл сказать, что какого цвета должна быть кнопка там. Почему человек будет нажимать на такую или раз форму или не такую. Да, всего лишь психология, ну не всего лишь, а эргономика и психология, да, все, вы сами знаете. Добрый день, Михаил. Вот где? Я здесь. Ага, я так понял, что. Основное направление вашей деятельности сейчас – это VR. Да. Какие технологии вы бы порекомендовали осваивать вот прямо сейчас? Какие языки? Спасибо. Пожалуйста. Мы работали с движком Unity, как и раньше. Наши программисты – это C-Sharp или Objective-C, то есть C-языки. Если это программисты, то да, ну, этих языков хватит для работы с этими движками. Движки, слава богу, тогда еще, то есть, ну, тогда еще это там 2-3 года назад появились кроссплатформенные движки, как Unity, как Unreal Engine, CryEngine, ну еще там несколько, да. И они позволяют работать сейчас с устройством виртуальной реальности. То есть ничего нового не нужно какое-то устанавливать. Это если мы говорим про движки. То же самое что с моделингом. Тот же ZBrush, там, 3D Max, ну, другие там вещи. Все одно и то же. Фактически поменялось устройство восприятия. Очки. Все. Все остальное все то же самое. То есть специальных средств? Нет, специальных ничего не нужно. Подскажите, пожалуйста, вот HTC, Oculus, Sony — это все разные платформы. Вы говорите, что кроссплатформенные есть средства разработки, но тем не менее, насколько сложно портировать одно на другое? Сложно. Даете ли вы предпочтение какому-то конкретному? Какие перспективы? Я вас понял. Смотрите, неизвестно, какие очки будут впереди рынка. Первыми вышел Oculus, он вышел, DevKit первый вышел в 2014 году, в году, когда Oculus, Facebook выкупил Oculus за 4 миллиарда, круто, да, стартап. То есть первым появились на рынке Oculus. Когда вышли HTC в этом году, они просто перекрыли весь рынок, их очень стало много. Позавчера вышли очки от Sony, PlayStation, и по прогнозам они сейчас весь рынок перекроют, потому что они подключаются к PlayStation 4, которых уже там порядка, по-моему, 7 миллионов продано только в России.
И DevKit, точнее девайс сам, девайс сам, ну, самый дешевый. Но это правда в США, он будет еще дешевле стоить. Сложности портирования есть. Самый классный сейчас HTC Vive. У него есть контроллер, потому что у Oculus тоже есть контроллер, но они тоже идут по предзаказу. Сейчас только на них предзаказ, и они для девелоперов только есть. У пользователей их нет еще. То есть за какой технологией гнаться? У нас есть Oculus, у нас есть HTC, мы хотим быстрее получить PlayStation, но выход на PlayStation очень сложный в плане, и раньше был на игры PlayStation, на консоли. Там жесткий отбор самой платформы и требования, ну да, там другие требования. Портирование занимает много времени. Между Oculus и HTC портирование занимает меньше времени, но под Oculus тебе настраивать управление нужно на геймпад или на клавиатуру или с мышкой. А в HTC тебе нужно на контроллеры, которые вот ты взял в руку его, и ты видишь его в виртуальной реальности. Ну да, там есть свои сложности, какой из них, какому из них отдавать предпочтение, еще я не могу ответить, никто не знает. Друзья, у нас еще есть вопросы, но постарайтесь, пожалуйста, чуть сжато на все отвечать. Как формировалась ваша команда и как вы заставляете всю эту разношерстную группу конечный результат отдавать? Качественно. Команда, скажем так, она постоянно у нас менялась по некоторым причинам. Иногда не было финансирования, иногда мы не сходились с кем-то в взглядах. У кого-то не хватало компетенции, кто-то не хотел там, скажем так, расти, а кто-то наоборот хотел расти и уезжал в другие страны. Команда у нас двигается, меняется, но костяк остается один и тот же. И как они работают все вместе, ну, я же говорил, вот здесь, ты не туда, вот здесь вот я есть и мой партнер внизу, менеджеры. И мы их находим, и мы их заставляем работать. Ну, они сами работают, ну, как бы там команда очень профессиональных людей, они сами горят. Особенно сейчас, что касается Vive, ну, точнее, виртуальной реальности, ребята сидят в офисе по 12 часов, потому что то, что они только что замоделили, это можно запихнуть туда, и ты уже находишься в этом мире, и там летишь на драконе над скалами какими-то, тебя укачивает, да, тебе ведро говорят, ну, ничего. Все нормально. Ну, я не знаю, ответил на вопрос или нет. Не совсем, да? Может, я его не совсем понял. Нет, вполне. А еще тогда вопрос. А не бойтесь, что VR такая же судьба, как у 3D-телевизоров? VR прошел уже эту стадию, как вы имеете в виду, вообще 3D, как в кино, там как с телевизорами, да? Они выставлены, но не так, как ожидалось. У меня нету здесь слайда, я делал на другую презентацию, что такое VR сейчас. И как раз таки в Goldman Sachs там есть такая вот диаграмма, на которой VR перешел уже, точнее уже выходит на плато подъема и спустился с низины, скажем так. Он уже перешел точку невозврата, скажем так. То есть это... VR сейчас будет везде, но я, по крайней мере, в это очень верю, я так понял, что очень много людей в других странах тоже. Здравствуйте, я хотела узнать, у вас... Не вижу вас, вы где? Я тут. Все, вижу, хорошо. Может, у вас есть какие-то предположения, почему на YouTube самые популярные блогеры – летсплееры? Именно, например, знаете, я понял ваш вопрос. Это, наверное, относится к психологии, потому что в детстве я сам, ну как в детстве, когда появился компьютер, мне нравилось больше самому смотреть, чем играть. Я уверен, что многие люди то же самое, любят смотреть, как другие кто-то играют. Но если говорить про самых популярных, то они, ну, они современные клоуны. PewDiePie тут же, да, там, Markiplier, они всего лишь шоумены, но, скажем так, их аудиторией являются игроки, потому что они умеют играть, и там им нравится играть, и они веселятся. Наверное, так отвечаю.
Ребята, вопросы есть? Вопросы, наверное, еще есть, но времени, к сожалению, у нас... Один последний и все. Нет, да хорошо. У меня, да, мне нет. Да разве у нас хорошо. Спасибо. Хочу спросить вот про Cardboard от Google, Daydream. То есть вы не тестировали. Это рынок огромный, телефон, огромный рынок. Но хочется идти через не вот эти заглушки, это все-таки заглушки, телефон ты ставишь. Там это не виртуальная реальность как таковая. Мы идем через топовый сегмент, хотим через него идти. Ну, только так. Я не могу ответить, я не знаю. Спасибо. Спасибо большое, Михаил, за выступление. Давайте его аплодируем. Было, мне кажется, содержательно очень. Если у вас остались вопросы, вы можете Михаилу еще их в беседах задать. Ну, а мы переходим к... Да. Зададите мне вопросы так, потому что я сейчас убегаю. А переходим, я понял, немножко потороплю уже. Мне понравился вопрос от этого молодого человека, потому что он нас знает, оказывается. Идемте к нам. Спасибо за сравнение. Спасибо еще раз.